Ну, какое-то время назад чисто случайно появилась у меня вот такая медаль. Медаль называется «Воину интернационалиста от благодарного афганского народа». Думал я, что она наша российская, оказалось, нет. Медаль «Воину интернационалиста от благодарного афганского народа» – это государственная награда Демократической Республики Афганистан. Вручалась военнослужащим, проходившим службу в рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Указ об учреждении медали был подписан 15 мая 1988 года, в день, когда начался вывод первых воинских частей из Джалалабада. Медаль изготовлена из латуни на аверсе флаг Афганистана, наложенный на флаг СССР. Так, сейчас я попробую добраться до той стороны. Ага. Сторона, которую мы описываем, вот она. На аверсе флаг Афганистана наложен на флаг СССР. Древки флагов упираются в композицию из гор, над которыми восходит солнце. От гор по окружности положена оливковая ветвь. На реверсе в центре надпись «От благодарного афганского народа». В четыре строки ниже по окружности надпись повторяется на языке пушту. Это многочисленная такая народность в Афганистане. Медаль при помощи ушка и овального звена соединяется с прямоугольной колодкой, имеющей по бокам выемку. И вот ширина колодки 29 мм, высота 25 мм, включая нижний выступ. Вдоль основания колодки идут прорези. Внутренняя часть покрыта шелковой муаровой лентой голубого цвета шириной 24 мм. Колодка имеет на оборотной стороне закрутку для прикрепления медали к одежде. Вот такая вот вручалась медаль от Демократической Республики Афганистан воинам, проходившим службу в рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Ну вот на данный момент она уже не вручается, так как в Афганистане власть сменилась, стала другой. А вообще афганская война стала тяжелым испытанием не только для граждан Афганистана, но и для жителей СССР. 10 лет советские войска оказывали поддержку правительству республики и предпринимали попытки восстановить там мир. И вот в награду солдатам вручалась такая медаль. Вообще история вооруженного конфликта в Афганистане имеет очень глубокие корни. Они берут начало в первой половине 19 века, тогда Афганистан послужил ареной военных действий между Британией и Россией. Причиной тому стало центральное географическое положение государства Евразии. И вот противостояние длилось почти столетие с непродолжительными перерывами. Лидирующие позиции в итоге сохранились за Британской империей. Это под самым боком у России. В начале 20-го столетия произошло очередное обострение. Правительство Афганистана провозгласило независимость государства от Британии. В 1973-м в стране произошел переворот. Монархия была свергнута. Новым правителем Афганистана стал Мухаммед Дауд. С его приходом в стране начала господствовать авторитарная диктатура. Афганистан стал республикой. Однако режим Дауда и его попытки провести реформы потерпели крах. В 1978 году произошла Саурская революция, что привело к образованию Демократической Республики Афганистан. И вот в это же время активизировалась исламская оппозиция. Противостояние исламистов и демократов привело к очередной гражданской войне. И вот в 1979 году правительство Афганистана обратилось к Советскому Союзу с просьбой о военной поддержке. Однако комиссии ЦК КПСС по Афганистану было принято решение отклонить данную просьбу. Брежнев объяснил это опасением нанести народу Афганистана еще больший вред. Так что Леонид Ильич, вот насколько мог, старался туда ничего не вводить. Вот хотя нарастание конфликта вынудило СССР усилить свои военные позиции на границе страны, в это же время США начали финансирование исламистов. Такой вот из-под тишка подлинненько так. Вести
советские войска в Афганистан было решено после прихода к власти Хафизулла Амина, жестокого правителя, развернувшего репрессивные действия против оппозиции и членов Демократической партии. В Советском Союзе опасались, что такая политика может привести к очередной революции и приходу к власти антисоветских лидеров. Так началась мобилизация и подготовка военных частей для участия в конфликте. И вот в конце 1979 года ввод ограниченного контингента советских войск был официально одобрен на заседании Политбюро. Ну, вообще предполагалось, что советская армия будет заниматься охраной стратегически важных объектов, освободив тем самым афганские войска для участия в военных действиях. Операция должна была быть краткосрочной, и вывод войск из Афганистана планировался уже в следующем 1980 году. И вот помимо официальной озвученной причины существовала и негласная. Советские войска должны были свергнуть Хафизулла Амина, и уже 27 декабря 1979 года в ходе операции «Шторм 333» он был убит во время штурма дворца спецподразделениями КГБ СССР. Новым правителем стал Бабрак Кармаль, бывший писатель, оппозиционер, коммунист, который действовал под контролем, ну, соответственно, Советского Союза. На протяжении почти 10 лет солдаты советской армии поддерживали и защищали интересы афганского правительства, действующего, ну, как бы под руководством СССР, поскольку коммунизм пытались там также привить. Вот за это время погибли или пропали без вести более 15 тысяч военнослужащих. Это была самая масштабная мобилизация со времен Великой Отечественной войны. Ну, афганскую войну можно условно разделить на 4 этапа. Первый длился год, начавшись в 79-м вводом войск и окончившись установлением просоветской власти. Последующие 5 лет по всей стране проходили массовые наступательные операции советских войск. За это время произошло значительное укрепление правительственной армии. Начиная с 1985 года войска СССР проводят преимущественно воздушные атаки на маджахедов силами авиации и артиллерии. И вот с 1987 года начинается планирование вывода войск из Афганистана. Ну, это официальный вывод войск из Афганистана состоялся 15 февраля 1989 года. Но на территории государства оставались военнопленные советские солдаты, погранвойска. В апреле того же года в Женеве странами, участвующими в конфликте, Афганистан, СССР, США, Пакистан, было подписано соглашение о взаимоотношениях между этими государствами, направленных на достижение все-таки мира. Афганская война сыграла в жизни советских людей важную роль. И идеалы, которые выстраивались правительством, понемножку рушились. И война в очередной раз показала как бы ненадежность на, так скажем, опоры на оружие. По мнению историков, ввод войск в Афганистан и в немалой степени способствовал успешному проведению перестройки, так как именно тогда он стал апогеем недовольства советского народа властью. Ну вот еще одним негативным последствием стала искалеченная психика солдат, побывавших в Афганистане. Часть из них столкнулась с проблемами алкоголизма, наркозависимости. В стране значительно возросло количество разводов, снизилась успеваемость студентов, побывавших на войне. Западные страны прогнозировали начало мира в Афганистане после ухода советских солдат, однако это мнение оказалось ошибочным. Ситуация в стране обострилась, политический режим, установленный Советским Союзом, продержался еще несколько лет. Также вот вопреки западным экспертам и их мнениям. Ну, вот нельзя однозначно судить, положительную или отрицательную роль сыграл ввод советских войск, подписание указа о учреждении медали в благодарность от афганского народа произошло 15 мая 1988-го. Она стала государственной наградой Афганистана. Но в связи с тем, что власть там была установлена посредством усилий СССР и действовала она под диктовку советского правительства, существует мнение, что эта медаль была учреждена по его инициативе. Ну, в основном это был способ поощрить солдат, участвующих в военных действиях. Награду следовало носить на левой стороне груди. Однако наличие льгот за медаль не предусматривается.
за время войны ряды маджахедов активно пополнялись гражданскими, перешедшими на их сторону. И вот, кроме того, было отмечено много случаев, когда мирные жители заманивали советских солдат в засаду и сообщали исламистам об их местонахождении. Некоторые считали, что медалью от благодарного афганского народа и другими наградами, грамотами правительство откупалось от военнослужащих, ведь во многих других государствах служба интернационалистов оплачивалась. Большинство советских солдат не получили ничего за участие в этой войне. Ну, другие ветераны, напротив, вспоминают мирных жителей, благодарных за поддержание порядка, за строительство дорог, школ, больниц, за... А кто-то вот придерживается нейтралитета, цитирую высказывание из фильма «Гусарская баллада». «Служил, носи крестами, так швыряться не пристало, чай не шпильки». Данные награды изготавливались из латуни, печатались они на монетном дворе в Ленинграде. Состоит из колодки и медальона. Ну что ж. На этом, пожалуй, все бы. Но вот хотелось бы вспомнить, какие еще медали вручались афганцам. Орден Красного Знамени вручался за проявление храбрости и самоотверженности в особо опасных условиях. Медаль за отвагу, соответственно, за отвагу и мужество, проявленные в бою. Орден Красной Звезды были награждены военнослужащие, сыгравшие важную роль в защите Родины. Медаль «Золотая звезда» являлась дополнительным знаком отличия к званию Героя Советского Союза. Орден за службу Родине в Вооруженных Силах СССР имел 3 степени. И медаль за боевые заслуги награждалась военнослужащий за проявленную в бою активность и инициативность. Орден Красного Знамени ДРА, Орден Славы ДРА, Орден Звезды ДРА, награды, вручающие солдатам от имени правительства Афганистана. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.